нас долго ждали, когда в очередной раз Леша сповадится. Ну, чтобы вас приколоть. Да, вот повадились. И тем не менее, сейчас автостоп становится все более и более интересным, более познавательным и увлекательным. Ну, для себя познавать мы решили в этот раз вместе с Автоградом, нашим любимым ненаглядным, технику, которую я раньше не сильно любил и уважал. Это мотоциклы класса Enduro. Ну, а поскольку Автоград решил заниматься серьезными вот такими байками, то мы сегодня с гордостью предоставляем Kawasaki KLE500. Ну, по названию вы наверняка поняли, что это 500-кубовый мотоцикл, на котором можно ездить, ну, скажем так, везде. Я вот в конце покажу вам, как я попытался прокатиться, ну, скажем так, по местам достаточно непроходимым. Одно дело ездить на квадроцикле, да? Вроде бы все просто и понятно, да? А вот другое дело на эндурике. И вы знаете, ездить на эндурике можно действительно. Почему? Ну, потому что высокая посадка. Я, кстати, на права сдавал на категорию А именно на эндуро. Это был из Планета Спорт. Но ощущения были еще те, скажем честно. И здесь те же самые ощущения. Знаете почему? Потому что, в принципе, двухтактный двигатель карбюраторный, да? Да, здесь карбюраторный двигатель. У вас есть возможность, ну, регулировать уровень холостого хода. Ну и прогреть двигатель, соответственно. Но тем не менее, здесь стоит радиатор, а, соответственно, это мотоцикл с водяным охлаждением. И, соответственно, он не будет так перегреваться, как вот те восходы там. Да даже Ява, помните, перегревалась и не ехала. Эта техника позволяет вам кататься. И, между прочим, 500 кубиков – это еще и 43 лошадиные силы. Нравится, да? Про тормоза. Сразу небольшие советы. На асфальте, конечно, можно без поворотов пользоваться передними тормозами. Это очень эффективно, поверьте. Они очень даже напоминают, что это техника оборудована АБС. А вот там, где дорога кончается и начинается приключение, там только задний. Ну, тоже дисковый тормоз. И в результате, в принципе, довольно управляемый заносик. Дальше что? Ну, эта техника, конечно, предрасположена для путешествия вдвоем. Пожалуйста, вот я сейчас пересяду так вот назад. И вот, пожалуйста, можно ехать стоя, нет проблем. Попрыгать можно, тоже можно. Сколько техника стоит? Ну, техника вот этого класса стоит 260 тысяч рублей. И вот теперь самое главное о том, о чем вам необходимо думать, когда вы решили купить для себя мотоцикл. Да, конечно, мотоциклы в Японии, они все хороши. И некоторые в идеальном состоянии. Но вот подумайте сами, мотоциклы — вещь, которая живет не очень долго. И, в общем, за 10 тысяч, ну, скажем так, двигатель довольно сильно устает, потому что обороты, даже холостые, это 1500, а номинальные — это 10 тысяч. Так что я думаю, что за новыми мотоциклами и за мотоциклами вообще лучше все-таки ехать сюда. И здесь, в Автограде, есть такая техника. Для техника, для отдыха, для получения удовольствия, для прокачивания адреналина, да все что угодно. И в результате, вы хотели бы покататься вот так, как я. Да, невзирая на то, что на улице 16 градусов всего тепла. Пожалуйста, специальная экипировка и катайтесь. Есть и перчатки, и шлема, да нет проблем. И вот такие классные впечатления вам гарантированы.